Меня зовут Джон. Я работаю на фабрике ножниц, и мне нравятся девушки. Засмеялся, проиграл. Эй, чё, как, ребят? Угадайте, с кем мы тут? Все правильно, Дэмиан Хаус. Или Дэмиан Хаус. Мне нормально. Мы будем делать «Засмеялся, проиграл» видео с Дэмианом Хаусом. Мы вернулись, и у нас теперь есть еще несколько аниме-париков, и мы просто хотим повеселиться. Правда? Да, у нас есть аниме-парики. Кто первый? А если он же сидит на стуле, может быть, он как раз первым и будет? Первым быть сложно. Мне еще пока что еще не смешно, так что окей. Отлично. Шикарно. Сделаем это. Попробуем. И нельзя трогать, ведь так? Не трогать. Не трогать. Не трогать. Первый раунд. Если это первый смеется по регору, который смотрит, то первое. Что с вами не так? Второе. Я должна брать в рот воду, они должны рассмешить меня, чтобы я ее выплюнул. Так что, ты готов? Успех! Хорошо, я от этого... Я так рад представить тебе мою новую невероятную малышку. Кукурузные хлопья. Успех! Кстати, она сразу же родилась с волосами. Мистер Ригберт, у меня для вас... Хорошие новости и плохие новости. Хорошая новость в том, мы нашли вашего сына, пропавшего 20 лет назад. Он жив, он здоров. Но сожалеем вам сообщить, он большой поклонник Джеймса Кордена. Если вы не хотите с ним общаться, то... Слышь, вот он. Вообще-то Джеймс Корден. Успех! Он как поросенок Порки в шляпе, оттуда вылез. Меня зовут Джеймс Корден. О, мой бог! О, боже, шторм мочи на уровне 10! О, боже, моча здесь везде! И мы в прямом эфире новостей 4-го канала. Будьте как можно осторожнее с мочой, потому что дерьмо уже спускается с облаков. О, боже, дерьмо здесь повсюду! А нет, все это происходящее просто ужасно. Чем мы это заслужили? Фэл! Давайте следующего. Я написал песню и посвятил ее тебе. Я переспал со своей кузиной, и мне это понравилось. Я так люблю ее все время. Моя кузина беременна. Я не знаю, кто это сделал, но я думаю, что это парень вон там. Фэл! Последнее выражение лица было угарным. Или странность Кортни захватила, или комбо от Шейна. И когда Кит там появился, это было просто жесть. Кто это был? Как это красив, был Кордон. Как красиво говоришь. Ну а потом вы, ты сделал по типу захват. Оливия как бы вшарашила слэм-данк. Второй раунд. О, блин. Так, пить хочется. О, держите воду. Вы мне просто даете бесплатно? Да. Вау. Алло, полиция? Успех! Йо, чё как, бро? Ты представляешь, у меня хорошие новости. Моя девушка беременна. Но ей 85, поэтому мы рожаем призрака. Успех! Успех! Пастор, я согрешила. Я ударила черного прям по заднице вот этой ракеткой. Пожалуйста, Успех! Могли бы вы окрестить мою дочку, потому что она видела всю эту вакханалию. Ты плюнул на ее ребенка? Баптисты. Мы просто баптисты. Я вижу, как ты делаешь музыку. О, это было жестко. Так, давай я тебе расскажу немного о комедии, ладно? То, что ты сказал, это было так неуважительно.
Почему? Но правдиво. Потрясно. С тех пор, как появилась компания по защите детей от наркотиков, я не знаю, где купить наркоты. Не то, что продать. Well. Дэмин уничтожил меня тупой шуткой. Дэмин достиг цели. Я не только собираюсь купить мне выпивку, потому что его девушка беременна, но и радуюсь, что у него родится призрак, потому что его девушке 85. Третий раунд. Не поверишь, кого теперь снова не пускают на пирс. Стоял я, значит, в надежде получить отличные импортные товары. Как появилась стая голубей. И я подумал, что они хотят устроить революцию. Смотри, какой музыкальный. Ау, блин. Мюзикл кошки. Я люблю кошек. Успех! Реально, я уже выплюнула. Я же еще даже ничего не сделал. Добро пожаловать к длинному Джону Сильвер. Успех! Не-не-не, я еще не закончил. Итак, это то, что вы заказывали. Ну, а на второе? Семейная еда, которую едят с детьми. У меня есть голова, хочешь одну? Успех! Привет, братан. Знаешь, сколько время? Ты не знаешь, сколько время? А самое время для... цветных троллей. Успех! Та время на часах 4:20. Это первый раз, как всегда смеялась. Мне кажется, впервые смеялась над моей шуткой. Вы, ребят, все были смешными. Это меня реально, реально очень-очень радует. Четвертый раунд! Мы работаем на фабрике ножниц. Мы там работаем, и мы уважаем друг друга. Именно поэтому мы и целуемся. И нам все нравится. Меня зовут Джон. Я работаю на фабрике ножниц, и мне нравится. Посмотри, сколько я подкачан. Меня есть вагина, а это моя девушка. И она в этом сечет. Она умеет делать молочные коктейли. А я люблю молоко. Она просто фабрика по производству молока. Это вообще-то моя девушка. И снова поцелуйте. И... Фэл. И вот что я тебе скажу. Мы тебе жопу надерем. Мы тебе надерем жопу от лица всего сообщества завода ножниц и лесбиянок. Подпиши петицию. Покупай молоко у лесбиянок. И на этом... мы заканчиваем рекламный блок. Да бросьте. Единственное, что мне мешало засмеяться, это то, что я был шокирован этой ситуацией. Я постоянно пытаюсь понять, что там происходит. Эй, дети! 3 часа дня вторника! А вы знаете, что это значит? Мы тебя публично убьем сегодня вечером. Успех! Господи! Не-не-не-не-не-не-не-не. Чё? Не-не-не-не-не-не-не. Эй, ты чё такое? Господи Иисусе. О, блин, боже. Она сейчас на кегле сидит. Успех! Ладно. Здравствуйте, мой директор попросил меня сегодня прийти к вам, чтобы рассказать о карьере, которую вы могли бы построить в совсем недалеком будущем. Так что я сегодня... О, боже, один из моих студентов попал на сцену. Я хотел поговорить, что значит быть космонавтом. Первое, что нужно делать космонавту, это получать витамины, потому что в космосе их сложно достать. И поэтому нас, к нашей огромной радости, устанавливает витаминную трубку. Чтобы мы получали такие вещи, как омега-3. Фэл! Я должен признаться, это было самое поехавшее, что я видел в этом шоу. Это было реально, реально очень странно. Оливия и Кортни целовались без перерыва. И потом Кит вышел и сел на кеглю. Пятый раунд! Два, пожалуйста. Привет.
Успех! Опять сработало. А я знаю, что тебе нравится. Успех! Мне даже продолжать не надо было. А то я хотела... Мне все решили показать. И вот мы закрыли еще одно дело. Загадка убитого питомца друзей Ноа раскрыта. Но один вопрос меня никак не покидает. Откуда берутся дети? Почему мы отец говорим, что мужчина сует свою ручку в женский пенал? Или может есть еще что-то? Должна ли женщина сидеть на яйце 9 месяцев, или мужчина может взять это на себя? Если мужчина ходит под себя во время разговора, разве должен его ребенок быть странным? Я к тому, что вы арестованы. Успех! Мы едем на Кубу. Кубу Кубану. И все может измениться. Когда ты на Кубе, Кубе Кубане. А вы тоже в круизе? Нина, она танцовщица. Успех! Ну, а сработало. Что прилов с Хьюстон? А можно стакан молока, пожалуйста? Выглядишь мужественно. А можно мне с трубочкой? Она тебя хочет вы... Успех! Господи, Оливия. Если бы Оливия была точно такой же ситуации, она бы все равно это выкрикнула. О, боже ты мой. Я не знаю просто, что сказать. После того, как Оливия выкрикнула, я Оливия прямо... просто взорвала. Я уж просто о всех забыл. Шестой раунд. Здравствуйте, мы с мужем потеряли наш дом. Можем мы у вас остаться сегодня на ночь? А, не-не-не, тут... я еще раз попробую. Здрасте. Я и мой успех! Я знала, что это сработает. Главное найти правильный подход. Она же просто поменяла голос. Неужели мне нужно так мало для этого? Что это там? Происходит. Здрасте, девушка. Знаете, где тут крека достать? О, мой бог. Вы не говорите, то есть вы не скажете, где достать крека? Нет. А ты не хочешь увидеть член? Успех! Мам, можем поговорить о том, что меня беспокоит? У всех ребят в моем классе половое созревание, а у меня до сих пор не началось. Успех! Итак, Кортни, я решил снова заняться чревовещанием, и, возможно, это может кому-то понравиться. Надеюсь, что тебе. Я уже забукал все шоу в Нью-Йорке, и я подумал, а чё бы здесь не потренироваться? Эй, чё как, сука? Ты чё замолчал? О, мой бог. Чё скажешь? Я думал попробовать с орехами во рту, но чё-то как-то не получалось. Может, потому что они разделены твоим 15 сантиметров! Я... Успех! Я не знаю, я реально пробовал. Я думаю, там есть еще над чем поработать. Например, над голосом. Нет. Так что мне реально нужен ваш фидбэк. Нет, тебе стоит все оставить именно так. Окей, с голосом мы разобрались. Ну, а тебе достаточно будет выступать именно здесь. Но над моим шоу хоть кто-то посмеялся. Спасибо, спасибо. Окей, хорошо, хорошо, хорошо. Алло, Папа Джонс? Ты моя любимая пиццерия. Хорошо, это еще не все. Привет, маленькая мама. Ты моя любимая пиццерия. Так, это не все. Привет, пап. Что? То есть вы теперь с мамой расходитесь? Успех! О, мой бог. Окей.
Да не, все нормально. Увидимся на выходных. Не, все нормально. Да я звонил, чтобы сказать, что ты моя любимая пиццерия. Разговор это был реально похож на развод моих родителей. Да, было прикольно. Спасибо большое, Дэмин, что пришел. Ты очень смешной и очень милый. Спасибо большое. Ребят, пишите, кого нам еще позвать. Да, мы очень любим людей. А если есть кто-то, кто вам не нравится, вы тоже напишите, мы его выкинем. Да, мы его выкинем еще и накажем. Или мы сделаем какое-нибудь альтернативное шоу, я с ним смеялся, то умер. Если ты не смеешься, мы тебя казним. Мы его так и назовем. Смех или смерть? Смех или смерть? Ладно, ребят. Bye. Ставь лайк и пиши комменты, если хочешь больше переводов этого шоу. А перевел и озвучил Виски. Ага.